сиденье пристраиваю в жизни. Наш маршрут на Хальтово около 40 километров. Обещает быть очень интересно. Вот Йони. Опоздавший. Ты себе позволяешь. Йони, блин, набрал после обеда, блин, ступа, смотри. Ты что, тоже на поддав? Ну, желтый этот поддав. Вот и Маринка, смотри, как прежде всего. Группа 7-7-7-7, да? Все, да. Где вы ездите? А пытался нас запутать, блин? Эй, начальник! Здрасте! Привет! Здрасте! Привет! Нам сегодня Влади уступили. Что-то у Полины упало. Сейчас подбежу. Это слово, укрепляющее память. Полинка просто тренирует. Я не знаю, когда тебе нравится улыбаться. Тут круто все оказывается. Пока да, верной дорогой. Лаза, пошел с этой стороны лучше. Хорошо. По ней направо. Рампом работает, да? А что, мы не по твоему маршруту идем? По нему. Так вот это вон туда. Привет. Не понимаю, тогда отдай на реал-тайм. Ты еще покрасть черные эти. Илюха решил по дороге выпить свою бутылочку винца. После этого стало... Что-что? Боржоми. После этого стало хорошо, и он никуда не собирается вылазить. Дай штучку, дай. Ты вообще короб знаешь здесь? Ну а как же? Посмотрите, какая сладкая вот эта пчеленка. Я не знаю, как ее... Ну, который задница сюда там лежит, сладкая. Ребенок коровы, ну как? Смотри, какие они здоровые, а? Обычно корову девочку от мальчика легко отличить, знаешь, нет? Да, вот сама здоровая, смотри, какая. Сейчас она об нас их будет точить. Слушай, такую любой бык испугает. Крестоносцев тоже был какой-то крепость. Камер с одним это бары. Я не ошибаюсь. Нет, у меня было такое, когда они кончались. А, так у нас получилось. Могу посмотреть, но не понимаю в этом ничего. Когда Йони пройдет? Илюха, ты о своей душе позаботься. Опа, Йони весь забор заломал. Йони. Смотри, после погнул. Йони любой пройдет. Все столбы погнул. Интересно, как Йони тут проходит, а корова нет? Ну спасибо тебе, Маша. Только приехал и начал, да? Круто, спасибо, Игорь. Так я еще не делала. Белья бы Игорь, можешь мне на ходу сфотографировать?
Легко. Я сделаю вид, что я еду. Будет короткий, не рад фантастику за вас. Что мы не едем? Успел ли? Разумеется. Спасибо. Где не поднимать? Вон, вон, поехали. Я в Ливане курс залезть, в Швейцарии выключил, там написано. Прямо на стене рулет. Это каньон? Так, мы будем ехать, это происходит. А что, мы решили так и ехать? Так и надо. Нетрадиционное решение. А ты сколько раз был вот так в Европе? Ногами... На штаночке вот. Чего они от меня хотят? О, покупался. Так, перенеси меня, пожалуйста. Можно проехать, да? Значит, что я отвечаю. Это не руку, да, что там перекрыли? Где ты перекрыли? Вон там. Это отель-то можно. Мы с горли вам сегодня не ехали. Да, здесь хорошо. Вот это воды зашли. Как же я на этот камень обязательно залезу? Ветка мешает. Папарацци. Я сейчас в этой позе застряну. Отлично. Спасибо, Саш. Вот это вот такое ощущение, как будто бы лес. Ну, Саш, ты будешь купаться? Нырять будешь или нет? Пожалуйста. Ты что, правда ныряешь? Слушай, действительно нырнул. Вот человек. Ну и как? Офигенно. Холодная вода? Нет. Ему лучше всех. Вообще не холодная. Попробуй. До того, как мы все не проехали. Там, это вот, раньше, нет, нет, да, пока ничего, нормальная вода. Ну, нормальная вода. Мне нужна более глубокая вода. Йоник только замочит ноги. Так тебе вот. Субботу мне обещали, что мне обещали, в субботу плавать, да? Да, Йоник, там ты будешь плавать. Ой, только ты знаешь, тебе... обещали. Ты возьми с собой те иголки, это потому что вторая. Там очень холодная а вода. Первая. Я не буду дышать. Первая высох, оп! Один Саша, Миша, кайфанул. Ну и так хорошо справа. Сейчас Саша как даст на горку, охладился. Тут хагига. Так это мы для этого ехали, что ли? Конечно. В таком прикольном месте. Кахава Ярдем. Смотри, смотри, это корова, видишь? Вон там. Мы в кибуце Моледет. Заканчиваем маршрут. Ну, ухоженный такой, хороший. Ну, очень не понял, я думал, Йоник уже здесь. Ты одна? Сейчас я, ребята, оглашу вам технико-тактические данные маршрута.
тактико-технически. Здесь заправка, вы видели? Мы набрали 977 метров. А? Мы проехали 41,4 километра. Ну что ж, неплохо. Традиционное завершение маршрута. Раздает твою газировку щедро. Да. Еще выступает. Как? Значит, я ему ставил такие пистолеты, пилюли.